864-я. Производство 50 тысяч тонн хрома в год. По одному квадриллиону рублей за тонн. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 865-я. Производство 50 тысяч тонн клетчатки растительной в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 866-я. Производство 50 тысяч тонн бинтов медицинских. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 867-е. Производство 50 тысяч тонн марли. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 868-е. Производство 50 тысяч тонн вискозы. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 869-е. Производство 50 тысяч тонн фундука в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 870-е. Производство 50 тысяч тонн фтора в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 871-е. Производство 50 тысяч тонн голубей в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 872-е. Производство 50 тысяч тонн резины ковровой в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 873-е. Производство 50 тысяч тонн грильяжа в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 874-е. Производство 50 тысяч тонн паштета в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 875-е. Производство 50 тысяч тонн меха куницы в год. Искусственного. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 876-е. Производство 50 тысяч тонн вяза в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. Производство 50 тысяч тонн дуба в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 878-е. Производство 50 тысяч тонн сосны в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 879-е. Производство 50 тысяч тонн ели в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 880-е. Производство 50 тысяч тонн пуха гагары в год. Искусственного. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 881-е. Производство 50 тысяч тонн пера куриного в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 882-е. Производство 50 тысяч тонн поролона в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 883-е. Производство 50 тысяч тонн талька в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 884-е. Производство 50 тысяч тонн фотографий в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации.
886-е. Производство 50 тысяч тонн герани в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 887-е. Производство 50 тысяч тонн масла сливочного в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 888-е. Производство 50 тысяч тонн велюра в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 889-е. Производство 50 тысяч тонн осины в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 890-е. Производство 50 тысяч тонн пропилена в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 891-е. Производство 50 тысяч тонн филе рыбы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 892-е. Производство 50 тысяч тонн гортензии в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 893-е. Производство 50 тысяч тонн голубики в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 894-е. Производство 50 тысяч тонн полимеров в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 895-е. Производство 50 тысяч тонн меха искусственного горностая в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 896-е. Производство 50 тысяч тонн суспензий в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 897-е. Производство 50 тысяч тонн гранат в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 898-е. Производство 50 тысяч тонн шпината в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 899-е. Производство 50 тысяч тонн каолина в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 900-е. Производство 50 тысяч тонн блинов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 901-е. Производство 50 тысяч тонн сатина в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 902-е. Производство 50 тысяч тонн рябины в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 903-е. Производство 50 тысяч тонн комбинезонов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 904-е. Производство 50 тысяч тонн кумыса в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 905-е. Производство 50 тысяч тонн акульих плавников искусственных по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 906-е. Производство 50 тысяч тонн воблы в год по 1 квадриллиону рублей за тонну.
1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 907. Производство 50 тысяч тонн красного перца в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 908. Производство 50 тысяч тонн бекона латвийского в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 909. Производство 50 тысяч тонн спрот в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 910. Производство 50 тысяч тонн перин в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 911. Производство 50 тысяч тонн матрасов в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации. 912. Производство 50 тысяч тонн одеял в год по 1 квадриллиону рублей за тонну. 1 доллар США равен 26 рублям Российской Федерации.